Большой праздник для маленьких пациентов. В областную больницу с подарками и развлекательной программой приехали волонтеры проекта «Мы вместе». Привезли ребятам, которые коротают в больничных стенах дни, яркие эмоции. Здесь же, в кардиоревматологическом отделении ОКБ, они установят коробку храбрости. В ней подарки для ребят всех возрастов. Схема проста. Ребенок, которому сделали болезненную процедуру, укол, пункцию или поставили капельницу, может выбрать за это поощрительный презент. Если ребенок уже встречался с какой-либо болезненной манипуляцией, он понимает, у него вот эта негативная реакция возникает, когда уже идут в процедурный кабинет, особенно если ребенок младше 5 лет. И приходится уговаривать медицинским сестрам, рассказывать, объяснять, убалтывать, общаться с мамой. И дополнительный стимул вот как раз будет являться коробка храбрости. В больницах ребята иногда проводят недели и даже месяцы, и каждый день терпят боль. Поэтому им не помешает дополнительное поощрение или мотивация. Ящики волонтеры регулярно пополняют, привлекают спонсоров. Идея такой коробки храбрости появилась у московских благотворителей из фонда «Клуб добряков». Сейчас в проекте задействованы 33 региона. В отделение онкологии, гематологии мы ездим примерно раз в 3 месяца, но теперь, установив новые коробки, и есть у нас желание установить и в других отделениях, в детских коробки, мы планируем ездить 1 раз в 2-3 месяца и пополнять их. Следующую поездку планируем на 1 июня. В Иванове коробки храбрости пока установлены только в 3 детских отделениях областной больницы. Фломастеры, книжки, развивающие игрушки – с одной стороны просто подарок, а с другой еще и символ заботы и внимания. Так взрослые говорят детям, что помнят и заботятся о них, ну и, конечно, желают скорейшего выздоровления. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.